Так, сейчас находим. Всем привет, мои друзья. Приношу глубокие извинения за то, что вчера забыл снять еще одну серию, поэтому в качестве эксклюзива сегодня у нас серия ПМК-11. Да. Так, кого выбираем? Мелину. Против Котелькана. Сегодня мы будем выполнять бруталити и сокрушительные удары тоже. Поэтому заходим в меню паузы и смотрим, какие у нас есть сокрушительные удары. Так, у Мелины. Ага, несущий смерть Сай, низкая атака. Вот, сокрушительный удар. Активируется, если эта атака является контратакой или наказанием при приседании под высокой метательной атакой. Ой, все, до свидания. Нет. Я не знаю, может, я что-то не понимаю, может, этот сокрушительный удар легкий, но нет, пока не для меня. Так, вот, сокрушительный удар есть. Активируется при выполнении комбо из 7 ударов или более. Ну, давай тогда это поставим и какой-нибудь длинный. Ну, вот такой же, например. Так, немного отодвину сейчас. Так. Все, вроде так видно. Да что такое? Соскучились? Да, соскучились по милинке-то нашей. Да ты... Да что такое? Соскучились мы по тебе, милинка. Так. Что-то пока... Ну, я же вроде знаю. Так. Угу. Хоп, отлично. Ладно. Выберем другое. Да, я еще пока новичок. Если что, я еще пока новичок. Пока термины. Пока термины такие не понимаю. Да, мне еще нужно потренироваться немного. А вот это я знаю. Так, сокрушительный удар активируется, если это комбо является контратакой или наказанием против высокой атаки. А вот это я понимаю. Так. Давай. Бей меня. Бей меня, католиканище. А, это он должен сделать, я понял. Это католькан должен сделать, получается, высокую атаку. Ясно. Ну, так с ним не договоришься, конечно. Так, что у нас дальше? Вот. Активируется, если вы не прыгали, не оказывались в нокдауне, не находились в воздухе в течение 10 секунд. Нормально. Это можно сделать. Так, это у нас какое? Ага, понятно. Бей меня со всех рук. Сейчас я тебе сделаю сокрушительное ударище. Так. А чё? Ладно, давайте еще раз. Если у меня, конечно, не добьют. Так. Нужно посчитать. Засеките, пожалуйста. Кто может, засеките. На тебе, католиканище. Католькан. И вот еще тебе, понятно? Оп. Так, что у нас по итогу? По итогу мне нужно потренироваться так-то и поизучать всякие термины в этой игре. Пока я только так умею, да, колесо вот такое. Так, я забыл звук включить. Сейчас мы включим звук. Да что такое? Вот так пойдет.
Чего не получается-то? Да что не получается-то, алё? Алё? Милинка, что не получается-то? Да-да. Улыбка во весь рот называется. Кто следующий? А следующий у нас... Да не знаю, кто у нас следующий. А следующий у нас Джакс. Вот будет такой Джакс, фиолетовый. Ну и Рейн. Так. Ага. Грот в уши. Грот дракона в уши, да. Отлично. Оп. Так. Надо посмотреть. А, нет. Не стоило вражда. Мы не вражили, потому что мы на Китану. Так, это ладно. Посмотрим, у нас сокрушительные удары есть. Тут ничего нету. А вот есть, смотри. Сокрушительный удар активируется, если следующая атака не используется в последний момент. В самый последний момент. Так, тут тоже как пока не получается, да. А вот это я знаю. Если второй удар в этой атаке является контратакой или наказанием. Ты чё офигел? Ты чё офигел? Оп! Отлично. Так, у этого, к сожалению, нету усиленного спецприема, нету сокрушительного удара, к сожалению. А так хотелось посмотреть. О! Типа, где-то нужно. Так, сокрушительный удар активируется, если комбо 6 ударов и более. Понятно, это не мое, к сожалению. Ничего, за несколько серий потренируемся, и вот уже будем как бы выполнять. Ничего себе, у троих сразу сокрушительный удар. Накопить тепло до максимального уровня. А это я знаю, как накопить. Да. Вот только мне... Во! Да что такое? Так, что у нас? Ну-ка, давай вот это. Да что такое? Не получается-то. Так. Ну-ка. Вперед, треугольник, квадрат, х. Что-то тоже не получается как-то. Ну ладно. А, у нас же есть тепловые ракеты-то вот эти. Удар по земле. Вот, тепловая ракета. Нужно накопить. Ну-ка. Да что... Две тепловые ракеты. Нужно... Так, нужно еще накопить тепло. То оно остывает. А что там нужно было сделать? А, комбо-то это точно я вспомнил. Ну ладно, знаете, пока... Пока не будем делать сокрушительный удар, а пока просто вот так вот... Это что было? Это что такое было? Так, ладно. Способности, что у нас? Ну-ка. Так, горячий молот. А это что такое? А, я ж могу так сделать. Точно, до меня дошло. Я ж могу так сделать. Вот так я могу сделать. Понятно, с этим Рейном? Но, кстати, у этого захвата тоже есть, кстати, этот сокрушительный удар, да?
Накопить тепло на максим... Да что такое, а? Рейн, помоги мне. Как вы понимаете, приходила опять бабушка. Как вы понимаете. По голосу наверняка. Вы же слышали этот голос? Так, Рейн, ну не так же ты мне должен помочь был. Да что такое? Так, мы же хотели еще бруталити как бы сделать. Ладно, не получилось, зато бруталити. Бруталити. Так, прием любитель грубости должен быть последним ударом, сохранить не уйдешь. Удерживать любитель грубости. О, хопа! Отлично. Так. Так, не забывайте, что с нас еще сокрушительный удар так-то. Кстати, с меня еще сегодня серия по Injustice 2. Да. Следующий. И, наверное, последний. А, нет, вообще-то не последний, а... Ну, хотя, да. Может быть, если мы будем долго играть, то... Так. Слышь, у нас кто? А следующий у нас Sub-Zero. Против кого? Против Гераса. Так, Герас у нас в костюме Дарксайда. Ну, это из Injustice как раз. Из DC, точнее. Так. Это мы пропускаем. Какие у нас удары? А вот есть такое. Ага, является наказание. Ну, самое легкое, да? Да, давай. Бей меня. А нет, пока еще не бей. Пока еще мне нужно накопить там силу. Хупа! Жестко, жестко. Так. Что у нас? Дальше. А хотя, знаете... Обойдемся без этих сокрушительных ударов. Просто сделаем бруталити, да и все. Удерживать при ударе. Вверх. Все. Так, отлично. Оп, отлично. Побеждает Саб-Зирыч. Саб-Зира побеждает. Танцы на потолке называются. Молодец, можешь Вот так-то. Ну а на этом мы заканчиваем. Всем пок. Так. Да, конечно, полностью не показал, уж извините, забыл. Отвлекся я. Опять бабушка пришла, похвалила меня. За то, что красиво кровать заправила. Ну, вы меня знаете, я могу и заправить так себе. Всем пока.